Я Надежда Ангарская. Я Лисана Тяшева, озвучиваю героиню в мультфильме «Снежная королева. Зазеркалье». Их отправляют в Зазеркалье. Дружба, выручка, сотрудничество и любовь всегда спасут. Для меня это очень важная история, потому что я мать твоих детей. Они любят смотреть классные фильмы, мультики. Если еще они услышат там маму, они будут более воспринимать информацию. Кай, ты вернулся! Как же я тебе рада! О, Герда! Про дружбу, любовь и все земные ценности, которые существуют вокруг нас в жизни. Вы глубоко в Зазеркалье. Тысячи чертей! Мой корабль! Когда мне предложили, в принципе, озвучить ряд героинь, там был на выбор, вот она сказала: «Мама, это ты. Вот это точно ты. Ты – это пиратка». Это у нас такое кодовое слово. Вот. И я бы очень хотела тебя там слушать. Кто бы сомневался? Всем очень понравится. Очень мне нравится уровень рисунка, самой графики. И то, что картина приобретается многими странами в мире, это уже хороший показатель. Во-первых, это очень красиво. Во-вторых, это очень сказочно. А в-третьих, ну всем это понравится. Как не прийти? Как не побаловать себя 1 января? Сейчас же выпусти меня! Или я позову охрану! Охрана! Заключенный сбежал! Очень важно собраться всей семьей, прийти и получить удовольствие от общения, обсудить, к примеру, фильм. Не скучайте без нас! Мы скоро вернемся! Давайте верить в чудеса, и они обязательно с нами произойдут. Приходите 1 января на премьеру, не пропустите это замечательное событие. С любовью огромной к вам!